Всем привет! Получила вот такие прекрасные семена адениумов. Это все арабикумы, должны быть с толстыми попками. Вот я буду их высаживать. Высаживать я буду в груд, как и взрослые адениумы. То есть вот такой вот польский грунт. Там и песок, и перлита чуть-чуть было, и торф лиственный. Так что вот перемешала я, еще добавила перлита сюда, приблизительно может 1/4 перлита от общего. Вот, и постепенно вот так вот я просто кладу и слегка надавливаю пальчиком. Я их буду высаживать в ряд вот так вот, и потом подпишу. Я буду пока положу вот так бумажечки, чтобы не забыть. Ничего сложного в этом нет. Слегка придавливаем, по идее, на 3-5 день при хорошей температуре, если будет тепло, то все у нас будет хорошо. Всего я заказала 7 сортов. Вот, и вот так высаживаем семена боком, то есть вот как бы кладем их бочком, не засовываем низом или верхом, именно бочком вот так, и потихонечку выкладываем пальчиком, слегка приминаем. Можно слегка притрусить землей, можно и не притрушивать, кто кому как нравится. Так. И вот так вот 7 сортов укладываем в рядочек. Это называется, мне скучно и надо чем-то заниматься. Так, последний ряд вот здесь выложу, а потом еще там сзади у меня много места осталось. Сзади сделаю отдельный ряд. Вот так вот. И все будет. Вот. Кладем сюда пакетик. Я потом все подпишу. И вот так еще чуть-чуть проходимся пальчиком по всем. И все. Посадка у нас готова. Потом я пульверизатора хорошенько смачиваю это все дело, и все, и потом накрываю крышечкой и ждем всхода. Так вот, спустя 4 дня мы видим вот такие вот результаты. Не все зашли, по-моему, 18 или 19 было, и вот такие вот чешуйки. Мы их просто снимаем, они нам не нужны, они будут мешать формироваться листиком. Так вот потихонечку надо снять, вот так. И так на всех, которые взошли, я надеюсь, еще и остальные взойдут. Может, конечно, не все 19, но 18 или 19, надо посмотреть, пересчитать. Точно не помню я. И вот так вот поддеваем аккуратно. В общем, нам надо снять. Вот так вот. Аккуратненько, чтобы не сломать. Освобождаем из плена. В общем, все вот так вот надо проделать. Наверное, сколько у меня тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В общем, где-то еще штучек 5 или 6 потерялись. Взойдут, не взойдут. У нас похолодало, поэтому... Поэтому вот так. Если бы было жарко, они бы уже, думаю, взошли все.
Ну ничего, если через недельку с первого дня не взойдут, значит, не судьба. Будем выращивать то, что есть. И вот что мы наблюдаем по истечении 4 недель. Вот такие вот красавцы уже у нас сформировались. Практически у всех уже начали даже по третьей паре листиков лезть. То есть семидольные — это те, которые изначально такие сеничные листики. Потом идут уже как бы взрослые такие листики. То есть как у подростков, да, формируются. И уже лезут еще. То есть вот такой результат мы получили через 4 недели. После того, как с первого дня посева мы посеяли 4 дня назад. И вот такие вот красавцы. Вот здесь у меня оказался один вариегатный. Это Рамбо. Это все, как я уже говорила, все это арабикумы. И вот они должны быть у меня с толстыми попками все. Цветение у всех никакое на самом деле. Там розовое, белое. Какие там еще у арабикова. То есть никакие они там не махровые. То есть самое обычное цветение. Но при этом очень красивые у них формируются фигурки. И вот семечко рамбо. По-моему, 2 или 3 семечка было. Вот остальные зеленые, а один вариегатный. Посмотрим, выживет или нет, так как у него, ну, говорят, что вариегатные не такие устойчивые к болячкам и ко всему остальному. Посмотрим. У него тоже формируется не так, конечно, как у других. У других уже вот вторая пара листиков выросла хорошо, и третья начала формироваться, а у него вот только-только начинают показываться. Не знаю, что с этими листиками, они такие какие-то. Никто его не кушает из насекомых, но тем не менее, вот он, может, подгорел на солнце, не знаю. Ну, в общем, формируются листики, и это уже радостно. Вот такой вот розово, в общем, с красным оттенком, с розоватым таким у него. Его столбик каудекс. У всех листики разные. У кого-то округлой формы, у кого-то продолговатой. Кто-то вырос больше и вырастил большее количество листиков. Кто-то только начинает. В общем, все по-разному, хотя и день посева у всех был одинаковый. Но так как у нас разные сорта, вот так вот получается. Дальше, что хотела сказать по поводу полива. По поводу полива я поливаю где-то приблизительно через день, через 2 дня, но по чуть-чуть. Вот смотрю, если есть конденсат еще собирается, то тогда я еще не поливаю. Периодически рыхлю землю, зубочисточку беру и разрыхлила, потому что она утрамбовывается от полива. Но им надо больше дышать. И они не должны, естественно, пересыхать. То есть мы смотрим за тем, чтобы всегда земелька была у нас влажная. Кто-то пьет больше, кто-то меньше, это видно. Вот если этот взять, у него земля еще влажная, тоже на это смотрим, не обязательно всех одним махом поливать. А вот здесь уже такая рыхлая, уже сверху сухая. И также у этого вообще тоже. В общем, смотрим. К солнышку приучаем постепенно. Я сначала выставила на балкон их уже, когда пересадила с лоточка в стаканчике. То есть это буквально, наверное, неделька прошла, может чуть больше, около 10 дней. Я пересадила в стаканчике аккуратненько, все достала и пересадила. Мне так легче. Вот уже я никакую теплицу после того, как пересадила в стаканчике, не делала. Выставила на балкон, но с притенением. И постепенно начала приучать их к солнцу. Сейчас они у меня стоят вообще на открытом солнце. Я их не притеняю, не прячу. Вот, и они уже формируют свои толстые попки. Начинают вот такие вот. Всегда приятно очень наблюдать, когда ты сам семечко что-то делаешь. В общем, очень интересно.
Поэтому не надо бояться чего-то там. Также можно и кактусы высадить, и другие какие-то растения, цитрусовые и тому подобное. Но вот в моем случае сейчас адениумы, и я довольна результатом, как они продвигаются. То есть совсем мало времени прошло, и у нас уже такие малыши-крепыши. Всем спасибо, до новых встреч!